Всем привет, ребята. Значит, тема такая, как отключить учетную запись при входе, чтобы она не запрашивала у вас пароль. Значит, сейчас входите в систему. У вас, значит, открылся все компьютер. В поисковике у себя вбиваете вот эти буквы. Нажимаете «Вход». Потом вот тут вам нужно снять эту галочку, где написано «Требовать ввод имени пользователя и пароля». Ее снимаете, нажимаете «Применить». Здесь вбиваете свой почтовый вот этот индекс, который у вас указан в начале при включении. Вот, ввели у себя, значит, почтовый индекс. Нажимаете «ОК». Все, теперь нажимаете еще раз «ОК». Потом заходите, ищите экономия электропитания. А вот управление электропитанием, вот сюда заходите. После этого вот нажимаете на запрос пароля при пробуждении. Здесь нажимаете изменить параметры, которые сейчас недоступны. Запрашивать пароль. Отключаете эту галочку. Не запрашивать. Нажимаете «Сохранить». Все. После этого, когда вы будете сейчас включать компьютер, у вас ничего не будет больше запрашивать. Все. Кому было интересно программа, ставьте лайк.